в обратный путь. Да, это было посвящение. Да, нормально ты прошел посвящение. Друг, ты шо? Неожиданно, да? Да, давай пять, я говорю. Сердце колотилось, как при... Да, вообще так слышно, аж волна шла, елки, ты шо, мы же видели. Я стоял, думаю, сейчас хлебанет мотор посреди этого болота, и все, это возня до полуночи, и потом еще возня с машиной. А нифига машина, надо, кстати, на щуп посмотреть. Я сегодня заценил тягу этого моего фильтра масляного. Ты понял, что он делает? Да. Полной воды набирает и курит спокойно ему. Да, кстати, вот тебе... Вот даже вот это, смотри, да? Ты видел, я тряпкой воду вымокал. Даже это в стоке вымокал и дальше поехал. И дальше поехал. А любой бы там с фильтром... Уже все, уже все. Прохнули его. Как это Паджеро. Она, по-моему, воды и хапнула через фильтр. Может, да. Ну да, она там хапнула вначале. Понял. На первом броде утреннем. Ну знаешь, как говорится, на обратном пути главное не лажать. Ходом будем идти? А, мы будем ждать Ниву. И всегда только за Нивой. Это все. Комбинация работает так. Нива, ВАЗик. Нива, ВАЗик. Тут поэтому не я поедем, могу... будем ждать. Да, Ниву, конечно. Ты что? Ну что, ну давай поедем. Давай поедем, тут дорога пробитая, только осторожно, не спеши. Конечно. Осторожно, спускайся плавно. Пониженную включил, да? Выезд. Пониженную. Левый блокера... или вот правый? Правее, правее. Правее выезд? Да, да. Ну вот как стоишь, так вот правее держись. Понял. Под кустики туда. Подсос натяну. Бензин закончился. Да, не заебал. Рус, ты прикинь? А как ты сюда проехал? Я так не могу понять, честно говоря. Да нет, ну уже... А, уже копнули, наверное, после тебя. Комбинация Нива, понял? Давай я сделаю минус 100, давай, и будет сделай. Легче. Не помогло. Йохан и бабай набрал сапог все-таки. Вова достает Витю. Ну не в смысле достает, в смысле достает. Как-то он там попал не на траекторию, где-то в накопанное, наверное, где Крис сидел одним колесом. Так, тут подъехали. По встречке. Спорт. Томерские номера. Равняй руль, руль ровно, вправо руль. Опять ошибка, копает сильно. Уже давно поехал бы.
тянули тут борт с житомирскими номерами. Выехал. Так, ну дальше 3,5. Красавчик. Простая красная Нива. Вот и все. Можем пойти теперь дальше, следующее препятствие посмотреть. Ух, Андрюха. Андрюхи на УАЗах все такие жесткие. Видите, как пошел. Там очень сложная траектория. Там левее надо было просто. Такое за годы накопано уже. Нормально? Чуть не проехал. Фокси нормально идет. Серьезный пилот. Очень жесткий. Так, еще один. Спор чуть потяжелее будет, но идет красиво. Красиво. Блин, у вас машины все с разными номерами. Чтобы запутать. Да, да. Так, спорт еще один. Так, спорт с житомирскими номерами. Ну, с такими номерами нельзя не проехать. Да, нормальная траектория. Не-не, идет. Копает сильно только. Не копай! Не копай, потихоньку! Андрюх, подтянул под газовой! Вот. Да, три. Они же нажаты, вон стопы горят. Все, пошел нормально. Да? Это из-за него была вся проблема? Так, ну теперь Вовин выход. Ух, и круто! Ух, и круто было! Все, напутал. Чуть не проехал. Там копано. Если бы левее бы под камышами, то проехал бы. Да не, надо лебедой было.
Так. Кардан. Дергание УАЗом не очень правильное решение, как обычно, но запаса нету такого. Крестовинка. То не є велика біда. Сразу надо было лебедкой подтянуть и все. Потому что там Вова легенький. Так, ну и теперь Витя будет пробовать сейчас так же, как Нива. Раз и все. И зашел глубоко. Да нет. А какая вторая? Синяя? Все поджара стоит там. И вранглер еще. Да, разорванный. Минус 3. Минус 3. СССР лидирует пока. Самые крепкие. Не копай. Да, тут такой замес серьезный, да, в этом месте. Гелик, наверное, не прошел бы, мне кажется. Или если хороший разгон, то мог бы, да? Разгон, да. Перелетел поверху. Мне же сегодня нету блокировки. Или не включил. Колонну опять. Ой. Что там, видно в зеркало? Все, все? Четко. Кто там? Нету там видно? Витя начинает. Так, Витя, береги машину. Машин мало осталось. Да, машин мало осталось. Крепких вообще почти нет уже. Все меньше и меньше нас. Тут уже не оставишь. Крепких, говорит, вообще почти нет. Вообще, да. Ходом сразу идем? Да, или, да, не, да. Я выйду, чтобы легче было, давай. Думаешь, будешь гонить? Да, да. Видите, надо выйти. Так, очередное наше любимое место. Тут назад будет посложнее. Да, такой же у вас, только блокировочки были бы. Ну, чтобы он совсем по-другому въехал, ну. Пока все. Так, ну, кабрик. 3,5 объем. Осталось у нас один переднеприводный УАЗ. Один стоковый УАЗ. Нива без лебедки. И кабриолет полноценный. Вот он, сейчас будем его вперед. Вот здесь, Лёв! Да нигде, едь вот там рядом и вот туда, на этой, по краю. Отходи. Какие-то тут новые траектории. Ну, мы-то знаем, где он может пройти. Где он пройдет, а где нет. Витя, ты ж хотел быть джипером? Да. Это тебе не по ютубу смотреть.
это точно. Не копай, да. Там кустики тебя не выдержат. Ты за низ их? Надо за самый низ было под корень. Не пошел. Не копай, стой, стой, стой. Подтянулся, подъехал. Подъехал. О, оп, подтянулся. Тяни, тяни лебедкой. Так, пока решили достать УАЗ и попробовать еще им ходом перескочить. Такая интересная ситуация. УАЗ, который боевой, остался переднеприводный, стоковый полный привод. Нива без лебедки, ну. Там очень жестко, конечно, тоже на выходе, на входе. Подтянулся? Подожди, здесь кабель. Вон лежит, подбери, давай, подбери. Давай. Стой, 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 кабель, 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 кабель. Давай, подтянулся? Подъехал. Стой на кабель. А, он проехал? Стой, 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 стой. Уже намотал на него. Поехал. Он подтянулся. Правильно. На меня надо было еще дальше. Красиво, блин. Правильно все-таки. Это шок просто. Это шок, а не машина. Это просто какой-то аэробус, блин, на колесах. Посмотрите, тут просто жесть вообще. Это просто мечта. Это просто мечта, да. Мечта. Мечта любого джипера. Витя, какой нафиг Паджеро? Какой Паджеро? Ты ж... Паджеро на лебедке, а ты ходом, блин, шо? Так подожди, ты ж смотри, нет, где Паджеро проходил. Потому что его сбили с пути истинного, он бы спокойно, как я, вот так уехал. Нет же его, говорят... Поедь по харду. Не, ну он на хард ехал сегодня, он не хотел лайта, ну, просто. Да, лайт не хотел. Теперь знаменитая простая красная Нива. Простонародье красная кастрюлька. Выбирает место для прыжка. И сейчас покажет, как надо ехать. Красная кастрюлька. Всегда заряжена на победу. Ого, червяки, да, тут хорошие такие, качественные. Сразу, а рядом и рыба плавает, да? Домик, посмотри, какой красивый, ты снимал? Да, домик, даже два, смотри, красивых, это же не два. Хорошо тут, ладно. Возвращаемся к оффроуду. Домик-то все хорошо, но...
связались. Очень длинная веревка. Тропу надо было короче. Не копай! Чуть на. Хорош! УАЗ на переднем приводе, напоминаю. Вова зацепился и перетащил его. Нива руль, это вообще заряженная Нива просто. УАЗ на переднем. Шикарно. Да.